Ну вот и до моего силомера добрались мелкие воришки. Ночью вскрыли замок с целью хищения заработанного. Что ж, подобное было многовероятно. Автомат ночью на улице без присмотра. Будем ставить усиленную дверь. Вот такой вот экземпляр приобрел на сайте robotail.ru. Ссылки контакта оставлю на видео. И начнем с демонтажа. Для этого высверлим клепки по периметру дверки и обрежем канцелярским ножом силикон. Дверка дополнительно закреплена на силиконовый герметик. Далее устанавливаем нашу усиленную дверку на место и отмечаем маркером отметки, где будем сверлиться. После разметки дверку временно убираем и сверлимся сверлом на 6. Просверлиться нужно насквозь через профильную трубу. Далее устанавливаем дверку на место и фиксируем болтами из комплекта. Болты с обратной стороны фиксируем гайками. И наша дверка установлена.